Привет, зритель! С вами Стейша и программа «Хардкорки». Все, что происходит во время рекламы и как записываются программы юмора, ты узнаешь именно из этой программы. Я хочу сообщить вам препотрясающую новость. Да показывались мы с вами до юбилейного выпуска. Да-да, сегодня именно 10-й выпуск программы «Хардкорки». И в нем мы с вами увидим лучшее, что было за предыдущие выпуски. Поехали! Лен, давай-ка я буду красить. Давай-ка, а ты сюда. Это лучшие котлеты за мои 16 лет. С кем ты тут? Я с котлетами, а ты с кем? Стулья. Давай, у нас время очень мало. Ну что ты все время меня торопишь? Думаешь, что-то изменится от этого? Может быть, свечу поставим? Какая свеча? Давай быстрее. Может быть, свечу поставить для интерьера? Мы же ждем. Ну а что ты меня торопишь, женщина? Козероги, зажмурьтесь, вас ожидает сюрприз. А, разжужжалась тут, а? А что ты... Камеру? Где текст? Это есть камера. На букву. Прямо. А, все. Сразу бы так, я бы нормально, бы адекватно все делал. Ты куда смотрел? Туда. Что ж, талантливые люди талантливы во всем. Вот и наши виджеи не просто программы ведут, но еще и поют, и танцуют. Сплошное талантище. Если бы им еще в свое время медведь на ухе не потанцевал, и чувство ритма было бы врожденное, цены бы им не было. Что, пока нижний брейк может танцевать? Были алитанзен, были алитанзен. All this is crazy. I give my number. Call me maybe. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Видео лучше на тебя не смотреть. Какой монстр разъедающий просто. Все на своем пути. Да, все. Улица моя, боже. И у нас есть новый рекордсмен. Знаете, в чем главный секрет женственности наших милых девушек? Да ни в чем. Они вообще не парятся на этот счет. Было. Сережа, ну-ка быстренько тут все рассосались. Сходите вместе в театр, выпейте тархун. Вика! Какой тархун? Тархун. Меньше похоти. Это был... Undead! Рыбы. Я сейчас хотел это рубрика «Солнце, пляж, сучка, дашь или не дашь?» Прикольно, давай вставим? Нет? А сейчас рубрика «Солнце, пляж, сучка, дашь или не дашь?» Да Паш. Я пытаюсь, но скажи, это смешно. Блин, ребери. Я даже сидел, себя щипал, смотрю, чтобы не смеяться. А сейчас рубрика «Солнце, пляж, сучка, дашь или не...» Теперь мне смешно. Да. Как лох, нормально. Орут, оголяют. Вик, свои... Вика, колобродит от какого слова? Кал.
Спасибо, Даш. Девушка, что вы такая грустная? Взгрустнулась, а бледная? Я знаю. Простыня из жопы. Я прошу заметить, что культурное обогащение нет... Вы себя ведете как дураки. В смысле? Ты себя видел? Диско, дьявол. Помните тот эфир, когда к нам Стинг приходил? Ну, а Робби Вильямс? Ну, а хотя бы Джейсон Стэтхэм? Настя, о чем ты? Мы таких вообще не приглашали. И что вы хотите им сказать? Что у нас, может быть, еще и поющих трусов не было? Ребята, вообще, кого на эфир-то приглашаете? Ну? Привет, мы группа Плазма. Это верно. А все остальное говорит он. Садимся все. Ребят, мало времени, давайте сфоткаем. Давайте садиться. Садиться, да, надо? Да садись, садись, мы в эфире. Ее подругу спугнули. Здравствуйте. Я просто думала, что она попала под дождь. Вообще, мне кажется. Садись, если погиб. А на самом деле это укладка такая. После концерта Ирина Воробей. Ирина она. И голосуй за самых смешных. Импровизация? Надо иметь очень находчивый ум. А у меня Меркурий в ретрограде. В феврале, так нельзя присаживаться, да? Главный приз. Поездка на двоих. Поездка на двоих. На троих. Я с вами лечу. Когда ты мне 1000 рублей отдашь? Занимал в том месяце, имей совесть вообще. Без зарплаты. Я не виноват, что там не выходят клипы. Сейчас езжу на совершенно от работы, отдам. Вот она в чем дело. Стой, не двигайся. Что это было? Мы снимаем. Странное ощущение, мне понравилось. Так, давайте, ребят. Я хочу Макдональдс. Зачем ты меня трогаешь? Прости. А вы знаете, что сердце человека в среднем делает 100 тысяч ударов в сутки, и что правое легкое набирает воздуха больше, чем левое? И если вы будете облизывать марку, то израсходуете ровно 0,1 килокалории. Хватит уже, объявляй давай, а? Ну, просто эта информация намного интереснее, нежели чем представление следующих героев. Я потом могу снять. Вот. Кристина, никакого новогоднего настроения. Чего просто записывать? Просто так-то для как? Давайте быстрее, я хочу в туалет. Павел, да от меня пахнет сексом за километр, надо идите, боитесь. Попадете на меня. Ну, вас как зовут? Евгений. Евгений, ой, а я Евгеньевна, представляете? Прям мы с вами тёзки. Скажите, пожалуйста, вот у вас прекрасная форма. Вот. Как достичь этого? Что есть, что не есть? Может, что-то не есть, надо, чтобы волосы не росли. Расскажите нам секрет. Вот я, например, хочу такие мышцы, но не хочу быть лысой. Как это совместить? Вы вообще как считаете, вот лысина, она влияет на женщин, на образ жизни, может быть, вот как лучше быть, вот, дураком или лысым? А вы знаете, что лысая голова, она чем-то ассоциируется с картошкой? Как вы относитесь к таким голым фруктам? Как не облысить, короче, чтобы накачаться, но не облысить? Пользуйтесь шампунем «Конский волос», и у вас будут длинные и шелковистые. Стоп! Лен, дверь нужно закрывать. Да что ты? Да. А пудрить ты будешь? В свои объятия. Стоп, что за бред? Нормально можете начать, нет? А тебя было слышно, Костя? Дуры тупые. Так, давайте без импровизации. Ну что ж, так как все-таки это праздничная передача, хочется донести и выразить похвалу моим коллегам. Как-никак молодцы ребята, но не у всех ведь сразу получается стать профессиональными дикторами на Первом канале. Не все же ведь становятся сразу профессиональными ведущими, как Дана Борисова или Света Яковлева. А они, извините меня, трудяги и работяги. Вот такие ребята. Ну, не получается, ну и что? Главное ведь вера. Тот самый день, который многие выпускники...
20 июня 2014 года, тот самый день, который запомнится многим как день... 20 июня 2014 года... Сэфков ТВ, хорошо, поехали дальше. Фанатов вы знаете? Мне так хочется. Моя передача «Чё хочу», вот твой... Ну вот и все мои маленькие любители всякой... Новости. Бери крошку в губы. Это моя фирма. Вот здесь. Язык возьми и вытри мне, где он мне, ну что? Все. Нет, не все, вот здесь. Да ядрица, смотри, ты что мне там, да кто-то... По достоверным источникам стало известно, что тельцам следует помнимать... А, здесь сидит, извините, здесь мне надо штаны снять, просто я забыл, да. Да-да. Знала бы моя мать, что я здесь делаю. Нормально. Ну это до конца и так просижу, одеваться сейчас. Раздает Wi-Fi и любит песню Валерия Леонтьева. Фахананай. Мы не записали это, не записали. Верни. А что, им главное можно, а нам нет, что ли? Девчонки, вот. Главное, чтобы моя мама не знала, чем я занимаюсь, так. Девятое место, и тут у нас заграничный хип-хоп от бледнолицевого исполнителя. Привет вам, зрители, я Дим Арнак. Зачем я сделал так двумя руками? Пальцами. Прикиньте, 17 марта каждый будет... Короче, звезды щептанули, что все ваши дела... Ёпа, катастрофа, у меня вот это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, шайтан ты... Все, молчим. И перед тем, как перейти к... Черепаха. Так. Помогла аллигатору сбежать из зоопарка. Да. Вот такая первая новость. Отлично. Давайте сейчас сделали небольшую паузу. Этот. Сука, опять же это тупо. What do you do? Is the special in the model? Special. What is special? Very good when the girls have. I don't understand. Идем. Куда спрятался Нептун и как он вообще выглядит? Мы... Это была сова. Это была сова. Здравствуйте. Как настроение у вас? Срочно расскажите друзьям о том... Переиграл. А, сейчас так же сделаю. На нашем телеканале вы можете увидеть повторы. Да. Не расстраивайте, ребята, спасибо, Ева. И смотрите «Рассказать друзьям» в эфире Юмор ТВ. Наш замечательный юбилейный выпуск подходит к концу. Весь коллектив празднует это замечательное событие. Все, кто, кого вы сейчас не видите, все с такими же позитивными и радостными лицами справляют. Ой, слушай, давай прекращаю. У меня прямой эфир, мне надо готовиться. У меня столько не стоит, у меня помощи сколько дел. Все, хватит уже это все, надоело. Сань, ты за кофе? Давай я с тобой. Ну, девчон... Ну, с вами была Стейша и знай... Ну не так должно многих девочки, ну куда вы все пошли?